надо заканчивать. Знаете почему? Вот после такой, я не просто говорю, я говорю как Троцкий примерно, который поднимал людей там в атаку. Вот. Нету власти Сталина, чтобы я это переделал бы все эти самые программы для школьников. Ой, какие учебники, как они это, как их ненавидят школьники. Ой-ой-ой-ой. Что вы натворили? Ведь сидят только потому, что им обязательно надо выдумать что-то. Администрация этих всех этих, Горано и прочих, облрано. Им обязательно что-то, иначе не оправдать свое существование. Полтора часа прошло, наверное, буду заканчивать. Значит, самосев видели? Через 2 месяца заказывайте. Вот. Неубиваемые эти. Черный рак. Ну что, опять оставим правило, потому что победить черный рак невозможно. Вот. И нет никакого черного рака. Есть дурь, глупость. Вот. Наверное, в следующий раз вы будете очень удивлены. Вот. Вот так выглядит черный рак, а вот так он же выглядит причина. Видели? Не калечьте деревья, и тогда этого не будет. Но это, с этого может начнем следующее. Вот. То же самое. Погибает сверху, а гниет-то где? И никто этого не знает. Сотни специалистов. Покажи им вот это вот. Вот покажешь им вот эту фотографию. Ну хорошо, в данном случае эта фотография была опубликована на моем канале. Называется «Садоводство по железному». Что мне делать? Опять прошу, покажите низ. Вы представляете, разместите на любом другом канале. Вам в сумме, если 5-10 человек пришлет свои варианты, вам придется закупить все это самое. Весь магазин. Весь. И никогда вы не вылезете. Вот льете. Никогда. Прошу прислать фотографию. Это ж мой канал. Низа, пожалуйста. А все. Вот. Все скажут, что надо поливать. Все. С десятки, сотни специалистов якобы. Со всеми этими. А на деле вот вся причина. Каждый раз говорю, покажите низ, разгребите, покажите. И даже то, что у нее вот здесь, это знаете что? Это у нее этот газон. Это не приствольный круг, зарощенный. Пожалуйста, черная земля, туда проникает мороз. А этот газон еще заслоняется, этот свежий воздух. Вот и все. Вот эта разница между этим Железовым и целым сонмом этих специалистов. И ненавидят меня за это. Когда поймут, что глупости натворили. А большинство никогда не признается. Так, все, давайте сейчас посмотрим. Может, какой-то особо ценный. Все, пропускаю. Вот, об этом поговорим. Другой раз. Вот. И об этом поговорим. Повод есть. Делайте метровый штамп. Сейчас, ага. Сейчас возьму все это, подрезаю к чертовой матери. Ведь советую-то летом резать-то. Летом я подхожу, допустим, секатор, а он, допустим, доктор наук, а он пишет, режь. Я обыватель. Как я буду вырезать вот это все? Ведь выше яблок нет. Я же яблочек хочу. И про лунные календари поговорим. А это мне прислали. Это моя гордость. Смотрите. Вот. Вот так вот, смотрите. Вот так вот. И прочтем письмо, и мне сразу отпустят. Мне сразу отпустят. Внимание! Добрый день, Валерий Константинович. Вот. В этом году, несмотря на сильные возвратные заморозки, у нас в Питере ваш манжурец снова в абрикосах. Сейчас скажете, сам сочинил письмо. Уже начали созревать первые плоды. И еще радость. У меня на даче под Выборгом
Первый раз будет плодоносить ваша слива китайка фиолетовая. Все эти деревья вырастил с ваших косточек. Так как многие скажут, ты что, охерел? Какой Питер и Мазурис? Что ты врешь? Что я в таких случаях делаю? Вот так делаю. Клянусь Богом, что это письмо не мое, а из Питера. Читаем дальше. Это такое счастье смотреть на это чудо. Огромное спасибо за ваши знания и ваш опыт, которым вы делитесь с людьми. Когда поспешит китайка фиолетовая, обязательно пришлю фото. Ирина, Питер. Вот здесь полностью было. Вот я прошу Ирину, если она меня слышит. Вот. Давайте мне право полный термин. Вот был бы сейчас полный термин, а я не имею права. Вам начнут звонить, вы скажете, а я не давала права, я не хочу. Я даже не хочу сказать, чтобы все знали, где у меня вот этот находится. Вот это чудо. И вот это чудо. То есть, когда мне, у меня день рождения через, будет 2 августа, так, это через 3 дня. Так вот, я принимаю от вас подарки, я требую подарки, я требую подарки. Для меня есть 2 главных подарка. Первый, фотографию с вашего сада, это главный подарок. И если еще у меня купите косточки, которые, естественно, на самом деле не дорогие, а наоборот недооценены. Это тоже будет подарок. Если вы у меня в эти дни купите косточки. Мне одевать надо детей, которые меня, некоторые даже не знают, что есть на свете. Вот так вот. Так что, вот. И еще прошу 2-3 человек. Просьба такая. Если где-то постоянно кто-то говорит, все наоборот. Вот что бы я ни сказал. Если я говорю белое, значит черное, если черно-белое. Не гадьте мне, не гадьте, вы гадите не мне. Понимаете? Ведь кто-то же вам может поверить. Вот такая просьба. Не гадьте, от вас ничего не требуется. Я ни одного человека не это самое, не это. Говорю только хорошее. Можно же в ответ на хорошее просто промолчать. Вот это, пожалуйста. Вот. В общем, вот это вот все деревья из ваших косточек. Ирина, Питер. Все, кто хочет, чтобы я их раскручивал, давайте полный термин. Особенно люблю тех, кто выращивает эти саженцы из моих косточек. Особенно люблю. Или вот такое. Окончательно я вдохновился после того, как увидел ролики, отчеты. Видите? От садовода, находящего 60 км южнее меня. Канал Максим Соболевский, Александровские сады. Больше всего он хвалил Фаину. Это тоже мой адрес. Но дело в том, что я набрал, это я говорю, подпись Гребенюк Вячеслав, он у меня косточки купил. Вот. То есть он купил благодаря Максиму. Видите, пошел, это называется, как это называется? Сарафанное радио. Чеховский район, это, наверное, Подмосковье, да? Вот. Так вот, я набрал вот так вот. Набрал, но там столько материала, я не смог найти, где он меня хвалил. Не меня, а Фаину. А мне бы хотелось бы увидеть Фаину, увидеть плоды. Вот, перенести в свой этот самый, у меня свои 2. Ну, в общем, в архиве я коплю вот такие вот эти. Вот такие вот коплю. Это очень важно. Пожалуйста, Питер, Питер. А этого не может быть. А оно растет. Вот так вот. Ну, теперь будем точно заканчивать. Хитрейший вопрос. Да, там интересно, да? Я без спецобразования объясняю это тем опылением. То есть, увеличение... Ну, все, проехали. В следующий раз. Да. Я сейчас заведусь, меня вообще тогда не остановите. Через 3 часа. Ну, а потом то, что я воюю. Искусственная форма кроны. Это страшная вещь. Вот. Нельзя этим заниматься. Вот это все... У меня такая коллекция, ой, что только не выдумывают. Как только не это. Ну, как сберечься от мороза, если у тебя тут все железо. Как от мороза? Ты думал об этом? Я покупал нынче 140 косточек абрикосов. УВК у меня. Вышло 180-90. Ты что, дальше не будем? А, во-во-во-во-во. Всех родственников, знакомых насытил сеянцы. Поняли? Купив 150-140. Раз сертифицированная, сколько это стоило? 2500. 3500 рублей потратил. Ну, скажите, 3500 рублей потратил? Ну, 7 бутылок водки.
Я не знаю, какой другой пример привести. 7 бутылок водки. Отравленные. Вот. Дальше смотрим. Итак, 3,5 тысячи. Значит, не все взошли, но 8,90 взошло. Всех родственников насытил. 50 штук продал по Авито. 150. Дешево, конечно. Но у нас народ не богатый. Вот. Это не ко мне. Это переписка. Это он пишет, что 140 штук у ВК купил. Я ни при чем. Зачем купил, зато продал. Штук 50 продал. И вот он пишет, берите, не переживайте, вы легко их распихаете. А дело в том, что у меня же как, 1000 кол, я не могу ночевать на почте. Мне там раскладушку ставить, чтобы вот эти мелкие заказики, кто-то хочет 8 штук. Бывало, пришлите 3 косточки, мне надо 3 дерева. Ага, сейчас. Вот. А я говорю, 1000 рублей минимальный заказ. Так, вот человек 1000 рублей. Сейчас это прошлогоднее. Это штук 70. Представляете, штук 70. Вот результат. Вот он результат. Что я убеждаю, убеждаю? Кого я убеждаю? Те, кто меня давно купил, так получается. Ну вы хотя бы передавайте другим. Хотя бы. Вот. Есть же такие случаи, что с подачей. Вот, помните, выше было письмо. Так. Далее, значит, можно и начинать и свой бизнес. Вот и все. Ну, все. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас с вами. Ну, в общем, вы поняли, что подарки принимаю заказами и фотографиями из ваших садов, но из моих косточек, из моих черенков или саженцев Сергея Железного. Так, уходим отсюда. Видели, как я умею убеждать, да? Вот, смотрите. Сейчас еще. Слева стартовая. Внимание. Это еще раз. Видели, что эта фотография моя? Моя. Что это отрезано вот здесь, моя линейка. Вспомнили? Нажимаем найти изображение в Яндексе. Посмотрим, сколько фирм вас нагревает. Внимание. Фотография моя. Есть линейка, смотрите, по-честному. Лучшие сорта для средней полосы. Ура! Вот. О, на Украину перешел. Ну что у вас, ребята, на Украине стартовой сливы нет? Смотрю по акценту. Докладный опис высокоурожайного сорту и его фото. Ну, ребята, ну стыдно, ну земляки. Ну что это такое? Ну стыдно. У себя не нашли ни одной фотографии. У меня в Сибиряка заняли, а? Ну все, хватит. Вот так вот. И так у меня тут такое. Ой, я тут такого хотел. Наверное, отдельный фильм сниму. Это не в один не месяц. У меня уже несколько десятков фотографий на ворона. И эти несколько десятков разошлись по 200. Да я же не все еще знаю. Ладно, уговорили. Смотрите. Еще секунда. Вот. А вдруг последняя передача? У меня сердце то болит, то не болит. Вот это вот мне прислал возмущенный. А это не моя тема. Это для того, чтобы у вас были виноград был. И вот это требуется для небольшого виноградника. Я так вот что подумал. Я покупаю виноград за осень и зиму раз 5. Ну, там дамские пальчики. Ну, вот килограмм куплю, съем 200-300 грамм. Остальное отдаю детям всем. Ешьте, не могу больше. Через месяц опять захотел. Ну, ведь зачем тогда вот это вот покупать, если будет такой же отравленный, как тот, что покупаете в магазине от южан? Вот это зачем? Это что, спорт ради спорта? Вырастил виноградик, это самое, угробил почву, угробил все. Человек это с возмущением мне прислал. Смотрите, Валерий Константинович, что предлагает. Это как понимать? А на кой черт тогда вообще виноградник нужен? А вы вырастите без этого?
Вон сколько полезного можно еще узнать. А я сейчас ради другого. Пропускаю, пропускаю, пропускаю. А, ну это вот сухие. На последние 3 дня покупайте, пока вот это есть. Все, пропускаю. Кому надо, закажите у меня по WhatsApp, как этот каталог. Сейчас, 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 сейчас. Ага, вот. Яблоня на карликовом подвое. Еще просто совет. Еще без 15, 2 часа не истекло. Яблоня на карликовом подвое. Карликовый подвой — это очень опасная вещь. Это только для промышленных садов, где обязательно будет капельный полив. Обязательно они будут держаться за железобетонные столбы и за шпалеры. Обязательно они будут не вот эти, которые вы купите, и они даже не проснутся. Поняли, о чем речь идет? Вы еще найдите в одном случае из 100, найдите там, где вам действительно они на второй год заплодоносят. Вот. И продержатся хотя бы 5-6 лет. Потому что у них корни во, и все это завязает чертовой матери. Раз. Ой, пропускаю. Вечером нельзя такое смотреть, это потом отдельно. Вот, пожалуйста, моя фотография. Груша лесная, красавица, купить в Румынии. Вот я уже добрался до Румынии. Потом жалуюсь, что Украина, Белоруссия, это мои фотографии воруют. Вот. Ну, это уже Румыния. Ну что, в Румынии не нашлось... Да они сильно не яркие, у меня есть другие фотографии. Они в 3 раза крупнее. Вот. В 3 раза крупнее. И вкусноты необыкновенно. Это же лесная красавица в Бельгии. Они выбрали у меня самую невзрачную фотографию. Мне так обидно. И в Румынии что, таких груш нету? Ладно. А что на этой фотографии? Вот это мой почерк. Почерковедение. Нарядная Ефимова. Это фотография с моего сада. 100%. Я сейчас не буду доказывать. Я могу сказать, ставлю ящик коньяку против бутылки пива. Если проиграю спор, ящик коньяку вам, а вы проиграете мне бутылку пива. Поспорим, что это мое. А найдется такой. Идем дальше. Груша Северной конференции. Скачать альтернативный метод садоводства в скобках железа. Господи, я когда вот это нашел, думаю, господи, ну, одна из сотен хотя бы правда. Причем название альтернативный метод садоводства. Ну что, все, хватит. Вот. А вот это мне прислали прокомментировать. Покупать, не покупать. Ну вот посмотрите, ну вот сейчас уже хотел оставить тоже до другого раза. Вот это вот дерево, целое дерево, могло вырасти из вот этого вот стаканчика. Вот представь себе, оно растет в стаканчике. Вы поверили в это? Нет. Значит, его взяли. Вот ему соответствует примерно корни где-то в районе полкуба точно. Тогда берется лопата, вырубается. И остатки корней вставляются в этот самый, да еще сэкономили, потому что это мягкое, это самое, стаканчик мягкий. Воткнули туда, присыпали землей. Помните позорные фотографии, это, позорные, это самое, Академия Тимирязевской, позорные, 5-литровый горшок, 3-метровое дерево пихивали в корни. Студенты учили, научили. Вот. И, ну и дальше потом пойдет расшифровка, и мы это все будем проходить. Проходить. Все. Дальше. Боюсь показывать. Уходим отсюда. Значит, мы находимся здесь. Нет, мы находимся сейчас сюда. Ой, сколько тут интересных тем у меня. Большинство из них вы никогда не узнаете. Вот, хотя я дополнительные фильмы снимаю каждый день по нескольку. Все равно не узнаете. Невозможно все это. Это надо специалистам изучать, а им это не надо. Так, смотрим дальше. Большинство из них вы никогда не узнаете. Писем почти нет. Хотя я дополнительные фильмы снимаю каждый день по нескольку.
Вот, участников еще меньше стало. Вот, ну, это только один канал, еще на другом канале маленько есть. И тогда что получается? Получается вся надежда на то, что буду смотреть в записи. Вот. И, как видите, вопросов нет. Поэтому все-таки кто-то сейчас пишет, вон, давайте тогда я на кухню на 5 минут. Вот. И мы с вами быстренько закончим. Повезло, что мало писем. В принципе, этот команда наша и так все знает. Вот они, ветераны, сплошь. Молодежи нету. Они и так все знают. 3 раза пересадить. Пикировку придумать. Поднейшая вещь пикировка это значит укорачивание корней и так далее. Про крону ни слова. А корни надо часть уничтожить. Пошел на кухню. Буду долбить, долбить и долбить. 5 минут. Есть два уникальных человека, которые получили бы за у них задатки писателя. Это тот же Троценко, который 3 книги редактировал. Одну из них фактически создал благодаря вот этим вебинарам. Вот. С такой необычайной точностью. Всю мою воду убрать. Вот. На каждой странице одна, две, три темы. Одна, две, три темы. Одна, это все вот такое вот. Вот действительно, даже я считаю так, книгу эту прочитал, и 5 лет учиться уже не надо. Когда-то эти университеты отомрут, там, где все спят на лекциях, особенно на первой, на задних партах играют в эти самые. Раньше в морской бой играли, а сейчас знаете, во что играть. Вот. Все дремлют,
все умеют дремать с открытыми глазами. Вот что-то нудит преподаватель. Вот, большинство знаний даром не надо, потерянное время. Уже с этого времени уже зарабатывает что? Первое – геморрой. И второе – половое бессилие. Сидеть, я еще согласен, когда мальчики, юноши, мужчины сидят сутками, годами, вот, и перегревают половые органы. Знаете, какие у мужчин между ног болтается, на что называется. Так вот, это все ради бы, ну хорошо, ради знаний. Вернется садами, вернется таким, знаете, огромной пользой, что они грызли гранит наук, который им преподаватель там что-то там это читал, 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 и даже что-то рисовал, и схемы показывал. Польза нуль. А тут одна книга под названием, помните, не хочу возвращаться, «Садоводство для избранных судьбой». Он заканчивает университет, и никто в агрономы не идет. А если пойдет, его ждет нищенская зарплата. Уж я это знаю даже не от Елены Санны Савинич, а от ее этих самых. Знаете, знаю, как выживали эти самые кандидаты наук. Вот, заведующий лабораторией в одном случае. Директор, это самое, ГСУ в другом случае. Директор ГСУ в третьем случае. Мне профессора писали. Когда профессор пишет письмо, а еще не было интернета, прочтете, это реакция на мои статьи, и сожгите. Это значит, где мы живем? Где? Почему сжечь? Почему не напечатать его? Пусть знает всю правду. Как он рассказывает, как это приватизировали институт. Вот, чтобы только одна зарплата, это у директора. Пол института ушло на эти самые, на аренду этим же самым магазинам или там еще кому-то. Вот это все было и сейчас, возможно, есть. Жуть какая-то. Вот. И достаточно взять одну книгу под названием, кстати, где она? Вот. Эх, долго лезть. Вот эту. Хотите Нобелевскую премию заработать? Вот. Елена Александровна, если у тебя появится желание у крупных руководителей, которые имеют власть в руках, и тебя привлекут как суперспециалиста, и ты соглашайся, и переезжай в Москву, и вы вместе, вот, ну, стоя на трибуне Нобелевского комитета, стоя на трибуне, вот, или получая, ладно, не своевременно, получая государственную премию, то же самое, ответное слово, ну, поменяйте там добрым словом Железова, скажите, Царство ему небесное. Это мне пригодится на том свете. Вот это вот. Но сильные меры силы. Надо устроить мощную бригаду тех, у кого есть власть, у кого есть умение, знания. Это ты, это Сергей Железов. Вот. Допустим. Еще несколько человек, которых я постоянно вспоминаю. Вот что я хотел сказать. Это когда-то наступит последний вебинар. Я сам пока здоров, жив, я не остановлюсь. Но когда-то это не от меня будет зависеть. Вот тогда и это. Наступит твое время. Я надеюсь, в том времени тебя заберут в Москву и скажут: мы будем командовать, мы будем добывать деньги, землю. А ты, Ирина, ой, Елена Александровна, и ты, Сергей Железов, как лучший приватчик, один из лучших приватчиков в России. За 5 лет уникальнейший сад. Если уже в Питере растет, у людей не... Ну почему в науке не может быть то, что уже у сотен этих железовских учеников? Когда-то что-то должно измениться. Ладно, будем заканчивать. Так, брат, здравствуй. Жамалдинов, привет. Я вас особенно уважаю. Вот, Ольга, здравствуйте. Арсен, привет. Вот. Олег Ижевский, добрый день. Арсен, я буду знать, что вы самый добрый человек на свете. Почему вы догадываетесь?
Вот. Самый добрый, самый честный, самый порядочный человек на свете. Вот. Все-таки это останется с вами, несмотря на страшные жизненные эти. Жизненные, как называется? Все понятно. Олег, добрый день. Так, Арсен присутствует. А вот уже он пишет. Присутствовать не могу, надо работать. Понятно. Надо работать. Добрый вечер, Бахтияру. Привет. Опять на месте. Кто из нас этот пересидит друг друга? А, Леонид. Кто первый сдастся, вы или я? Или так и будем в паре? Дьякова. Здравствуйте. Лобасов. Добрый вечер. Свинин. Привет. Антон Колесников. Антон, вы благородный человек. Я вам выслал только сегодня посылку. Посылка весомая. Очень весомая. Вот. Но так получилось, что я отдал посылку. Сколько там килограмм? Это одних сухих косточек. Я с трудом донес. Одних сухих косточек. Но я учитель, я тоже не стал мелочиться. Вы не мелочились, и я не мелочился. Так вот, Антон. Значит, сказали на почте, извините, оставьте, отправим, но пока, значит, у нас не работает этот самый интернет. Оставил, это было сегодня. Второй раз заехать не мог, потому что я уже умирал от жары. Так, ну, по крайней мере, посылка на почте. Так, доброе время суток. Данила призвали на работу. О, Господи, и вы то есть вы этого не слышали. Вера, приветствую. Юрий, сельский сад. Мордовии, привет. Так, Валентина, здравия. И что-то пишет Колесников. Видимо, реакция на мои слова, про посылку. Послушаем. У нас впереди много времени. Мы фактически закончили за 2 часа. Ну и правильно. Нечего лясы точить. Так. Антон Колесников, спасибо большое. Спешки нет. Все, никто ничего не пишет. Вопросов на сегодня нет. Это первый раз такое. А тут осталась одна гвардия. Их учить, вас учить бесполезно. Вот, я смотрю на свой канал на WhatsApp, да, Садоса пожалуйста. Я уже понял, я там вообще это самое, делать мне нечего. Мои же ученики всем заправляют. Но это редкий случай. Я бы вас попросил, ребята, многие из вас участники других многих этих самых. Там столько галиматьи, столько херни. Вот. Как бы перейти в наступление? Можете ссылаться на железо. Вас будут оскорблять. Вас будут высмеивать. Как это? Как это? Как можно это? Я вам говорю, ничего не надо почти в саду делать. И тогда сад состоится. Попробуйте эту мысль. Нет, надо похитрее быть. Если написать просто не режьте, а это самое, высмеют, грязью польют. Не, даже если вы скажете, не перекапывайте почву, не берите это, вилы, не втыкайте в землю, подавая туда якобы кислород, как учит это номер один звезда. На мой взгляд, это настолько дико с помощью вил подавать туда это, тыкая вилы, подавать туда кислород. Наоборот, разрушать всю структуру. Но ведь это факт, и все равно вас будут оскорблять. Но постепенно надо переучивать. Переучивать надо, я вас умоляю. Переучивать надо. Иначе совсем все будет плохо. Вот. Да нам уже хуже некуда. Вон. Везде эти заморозки, все руками разводят. У меня столько абрикос опять сгнило. Все, друзья, до свидания. До свидания. Мы с вами сегодня закончили. Итак, 2-го у меня день рождения. Принимаю поздравления с заказа и фотографии с ваших садов. Все-таки где-то после этой дикой засухи, если где-то и что-то плодоносит, то это, как правило, железовская. Нужны доказательства. Жду от вас фотографии. До свидания, друзья.
До свидания.